Привет всем, это Струнадеры. Давайте смотреть белый красивый Fender стандарт телекастер мексиканского производства. Давно не было мексов, но вот принесли как бы классный совершенно инструмент, новенький, беленький, красивый, вот такой сзади, Made in Mexico написано, логотип Fender телекастер, тоже он нарисовано все. Вот, то есть, тут особо разговаривать нечего, то есть, хороший рабочий инструмент за не очень дорого. Я не буду долго тут описывать какие-то плюсы и минусы данного инструмента, там, да, про мексов можно долго рассказывать. То есть, по факту мы имеем что? То есть, есть сквейра, вот, там, разные серии, там, вот, потом идут вот такие мексы-стандарты. Кстати, недавно была у нас тут небольшая дискуссия по поводу сигнатурных гитар, говорят, что сигнатурные мексы очень крутые, и я еще... Опять же, в руках не держал, но слышал про модель Баджи Телекастер. Говорят, очень классная гитара, тоже мексиканского производства. Ну, а дальше пошли америкос, там, начиная от Хайвейв, но ныне это что-то типа, по-моему, называется перформер, да? Ну, там, стандарты и так далее. То есть, всю, собственно говоря, всю иерархию гитар Fender, да, там, Телекастер и Стратокастер, я думаю, что люди, которые хоть немножко, как бы, теме, да, и задумываются о приобретении инструмента, они знают все это не хуже моего. Поэтому я не буду долго распинаться, сейчас подключим усилитель Fender Blues Junior и поиграем на чистом звуке на этом красивом белом телекастере. Дальше стоит вопрос, нужно ли производить апгрейд данного инструмента там более дорогими датчиками, например, там, да, ставить сюда какой-нибудь, там, не знаю, там,
вот у меня там, ставить ли туда какие-нибудь рельсовые мини-хамбакеры там, или от Симура, от Симур Дункан, или ставить, например, там дорогущие Кинманы, или Лоллары, или еще что-нибудь там, или Fender Custom Shop там Texas Special, или не Custom Shop Texas Special, в общем, неважно, да, говорю, дискутировать можно долго. Ну, здесь можно просто порассуждать вот в какой плоскости. То есть, если инструмент как бы берется для себя и не планируется потом покупать там какой-нибудь более дорогой телек, например, да, то тогда да. Тогда имеет смысл поэкспериментировать с датчиками, подрулить под себя и так далее. И, грубо говоря, играть на этом телеке и радоваться жизни, что называется. Вот. Если в планах стоит покупка более старшей модели того же телекастера, да, то тогда, наверное, не стоит. Потому что, как правило, вот все эти апгрейды, если смотреть с финансовой точки зрения, они не окупаются. Вот, это нужно тоже понимать. Вот, ну это так, немножко про деньги, а давайте теперь педальку E-Drive, и тоже я на Fender Standard телеке тоже что-нибудь поизображаю. Хватит на этом мучить телекастер. Я на телекастерах могу играть бесконечно долго. Это моя любимая модель гитар. Вот. Ну и невзирая на то, что это из недорогих телеков, то есть, ну, в принципе, он все делает совершенно нормально, все в порядке. То есть, я думаю, что. Ну и красивый. Белая гитара — это вообще всегда хорошо, я считаю. Вот, гитара в лавке, гитара наличествует, гитара продается, гитара обменивается. Чехол к ней хороший найдем. Вот, так что, что называется, welcome. Вот, обмены я рассматриваю, как обычно, все в пределах разумного. Кредиты, рассрочки тоже обсуждаются. Вот, я на этом прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.